chill. Поздравляю тебя, брат. Это было очень круто. Спасибо. Очень красивая девочка. Вот смотришь на детей, да? Жениться охота сразу. Алло. Отпускаю тебя, будет такая же невеста. Красивая. Ага. Так поздно, мы уже машину садим. Ну, ничего страшного, я думаю, не думаю, что там аншлаг. А сейчас домой доедем до номера. И, там, может быть, и так и получится 22. Хорошо, сейчас вот мы садимся. Да, 5. Сегодня вообще кого-то высадила. Молодец. Четко попала хоть, да? Парит. Легкой джазовой походкой. А кто это к нам пришел? Это Рамир пришел, самый высокий человек. Рамир, улыбайся. Рамир, улыбайся, да. Отлично, это лучшая улыбка. Ребенка не обманешь. К трио. Теперь у нас квартет, дежурная улыбка. Кто зубы не почистил? А? Он до сих пор улыбается, ты посмотри. Кто это может сделать, знаешь? Вообще, не, вообще даже не намекнул. Просто поехали. Все, ребята. Окей. Значит, вы попадаете сюда в поле, где мы делаем то, что нам мы хотим делать, должны делать, правильно? Все, извините, это уже тогда не наши проблемы. А что за скандал у нас опять? Готовы все? Опять из-за прямых эфиров, скажите, да? Скажите, добегающие. Вчера Киркоров был скандал здесь. Деньги. Кстати, ребят, я вас
не познакомил с Жаркиным. А то его в одном видео перепутали с Димашем. А стилист Димаша Жаркин. Добро пожаловать. Привет. Привет. Эрлан, а вы простите, кто? Кто это у нас смотрит, Димаш, да? Моя Димаш? Одна из моих самых любимых. Я знаю. Что у нас Димаш теперь фоткает. Докатились, не стыдно? Девчонки, чайно. Вот у нас фотограф, это я понимаю. It's okay, it's okay. Девчонки, вы вообще понимаете? Вы понимаете, кто фотограф? You bad guy.
Ой. Давайте, конечно.